каково сопротивление медного провода длиной 5 км и площади поперечного сечения 85 сотых мм в квадрате. Для начала запишем наши условия. Удельное сопротивление меди – это табличная величина, и она равняется 1,7 на 10 в минус 8 Ом на метр. Длина провода L равна 5 км. Переведем в систему C. Это 5 на 10 в 3 метра. Площадь поперечного сечения S равна 85 сотых миллиметра в квадрате. Переведем в систему C в метры квадратные. Это 85 на 10 минус 8 метра квадратных. Найти сопротивление. R неизвестно. Напишем формулу сопротивления. Сопротивление R равно произведение удельного сопротивления на длину знаменатель площадь поперечного сечения S. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся формулой для нашего сопротивления. Сопротивление R равняется удельное сопротивление меди, умноженное на длину L, знаменатель площадь поперечного сечения S. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем, что сопротивление R это 100 Ом. Запишем ответ. Сопротивление R 100 Ом. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.